Всем здорово, ребятушки, с вами, как всегда, Артемин, мы в игре Heroes of Steel 2, и здесь вышло обновление, ребята, добавили новый скин на танчик башню, называется он Франкен, ну или же Франкенштейн, блин, жесть, вы просто посмотрите, как он классно выглядит. Офигеть, и если что, ребятушки, этот скин абсолютно бесплатный, я только что зашел в игру и получил его. Итак, ребятушки, мы с вами в менюшке этой прекрасной игры. Итак, мне абсолютно бесплатно дали скин. Я только зашел в игру, и мне его просто зачислили. Это очень удивительно, ребята, что он просто на ограниченное время. И он абсолютно бесплатный. Я за него ничего не заплатил. Так, где башня? Вот, и мне нравился вот этот скинчик с шапкой-ушанкой. Ну, а теперь, ребятушки, на него появился новый скин. Вот он, Франкен Тауэр. И выглядит он просто жесть. Вы посмотрите, это реально голова Франкена. И у него пушка, это его нос. Блин, это очень жестко. Ну что, мы возьмем, конечно же, сейчас с вами этого Франкена, испытаем его во всех боях. Итак, ребятушки, ну, конечно же, помимо нового скинчика, который добавили разработчики, добавили нам еще возможность теперь, ребятушки, выбирать абсолютно любой режим в любое время. Да, смотрите-ка, у нас на экране теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или сколько тут получается? Да, 7 режимов, ребятушки, сразу и на всех 7 мы сразу можем играть, а не ждать, пока до них дойдет очередь. Хотя, ребятушки, смотрите, здесь также идет отчет времени, идет таймер. То есть они время от времени будут все меняться, будут приходить новые режимы, уходить старые. Но, ребятки, теперь много возможностей сразу играть в разных режимах. Если ты хочешь протестировать танчик, можно играть сразу во всех, и это, конечно, очень круто. Я давно ждал этого от разработчиков, что они добавят наконец-то возможность выбирать сразу много режимов, из многих режимов сразу то, что мне нужно. Правда, я не вижу дуэли один на один, потому что, если честно, я бы хотел поиграть, но дуэли нету, ребятки. И, кстати, извините за этот белый фон, потому что на компах эта игра запускается именно с таким непонятным белым фоном, а на телефонах все нормально. Ты перед началом подпишись, поставь лайк вот на этот видосик, погнали. Так, подождите, стоп. Разработчики добавили, ребятушки, новые эмоджи. Да ладно, а этого они не написали в обновлении. Этого они не написали, что появился новый стикер-пак, новые эмоджи. Да ладно, прикольно, это, смотрите, какой-то солдат с черепом вот такой вот, смотри, с усами. Его добавили, блин, ребята, это очень круто, но, если честно, не знаю, вряд ли я его буду покупать, мне не очень нравится. Но, тем не менее, ребяшки, у нас еще появились новые эмоджи в магазине. Итак, схватка начинается, ребятушки, на этом новом Франкен-танке, и вы просто посмотрите, как он забавно выглядит. Блин, это просто жесть, ребятки, что это такое? Блин, реально какой-то робот непонятный с носиком, который стреляет. Это жесть, ребята, просто вы посмотрите. Так, нашу оборону пробивает. Эй, мне это не нужно. Так, все, прорываемся. И вы просто гляньте, это реально какой-то робот. То есть у него, смотрите-ка, по бокам оторвали руки, у него оттуда проводочки торчат. Это реально, по сути, был какой-то робот. Они из него сделали, точнее, из Тауэра сделали робота, который типа был... Ну, который стал, короче, вот таким вот Франкеном, который стреляет, значит, из своего носа. И это его пушка, блин, это просто жесть. Насколько же разработчики круто придумали этот скин. Слушайте, ну мне нравится. Мне нравится, потому что он явно выглядит вообще совсем по-другому, чем все танки этой игры. Это похож, ну, на реально какого-то робота, на какого-то такого человекоподобного немножко робота. Ну, такого раньше я здесь еще, ребятки, не видел. И это, конечно, очень забавно. Так, давай, блин, меня валят. Просто жесть. Так, ну мы уже... Один бункер, их ребята победили, у них уже становится меньше шансов на победу. Мы должны затащить. Так, главное мне доехать и сделать несколько выстрелов по базе, тогда будет все четенько. Опа, так, подожди, стопы. А, блин, ниндзя. До свидания, ниндзя, ты мне не нужна. Так, давай. Бу, не туда, блин. Капец, ребята, я не туда запустил ульту, но зато у меня новая ульта появилась. Ну ладно. Ладно, не туда запустил, ничего страшного. Мы сейчас наверстаем просто все упущенное. Так, а ну-ка, подождите. Так, давай. Все, отлично. Отлично, ребятки. И так, мне нужно завалить их базу. Их базу. Так, сейчас будет ниндзя. Ниндзя! Опа, попадаю, да, чуть-чуть попадаю по базе, но совсем немножко, ребятки. Так, ладно, зато я уничтожил ниндзю, ребятки. Это очень хорошо. Так, давайте, у нас уже остается немножко времени. Мы должны победить. Или, точнее, бой сейчас просто закончится. Да, скорее всего, сейчас просто закончится бой. И все, да? А, блин, опять не попал. Я думал, он наклонится, но он не наклонился, ребятки. Все, короче, матч окончен. Тем не менее,
Это наша победа, и вы просто гляньте, блин, как же классно выглядит этот Франкентауэр. Да, Франкенштанг, Франкентауэр, блин, вы смотрите, реально у него такие очки, носик, блин, что? Просто жесть, он реально выглядит очень эпично мне понравилось. Ребята, скрин топ, ой, скрин говорю, скинчик реально топовый, при том, что он абсолютно бесплатный, но, конечно, еще и фишка, что ты теперь можешь выбирать любые режимы, мне кажется, это вообще круто, ребята. Только не хватает режима один на один. Где они? Я хочу в них поиграть и не за гемасики, а просто поиграть, чтобы проверить свои способности один на один. Ну да ладно, ребятки, надеюсь, разработчики меня услышат. И давайте с вами отправимся в следующий режим. Давайте сражение с боссом. Итак, ребятушки, сражение с боссом начинается. Так, ну чтобы взять, Давайте восстановление пассивных способностей. Погнали. Так, ну что, кто тут у нас босяра? Кто же будет босяра? О, это Чон! Вау, это жесть, блин, это опасно, ребята, потому что у него есть ядерные снаряды. Блин, это жестко, это реально жестко. Так, ну что, давайте, ну я, у меня он, наверное, офигеет от моего, собственно, этого Тауэра, который похож на непонятного. Он подумает, что это за танк, хотя легко догадаться, что это за танк. Но он же похож чуть-чуть на Тауэра. Чуть-чуть похож, да и стреляет такими же снарядами. Так, ребята, он бросил ядерку, но мимо. Мимо, ребятки. Так, мне кажется, его сейчас наш Валли, или как его там зовут, я забыл. Его сейчас просто завалит. А, нет, не завалил, не завалил. Ну ладно, ладно. Так, ну что, давайте направим. Четко, давай, атака, огонь, поехали. Вау! Жесть. Так, ну что, ребятки, бам. А ну-ка, подходи, давай, вперед, вперед. Да я сейчас подойду. Блин, он меня убил с одного выстрела. Капец. Так, ну все, сейчас его завалит. Сейчас его завалит наш этот союзник. Он пробрался к нему сблизи или нет. А, да, все. Все, конец матча, ребята, наш союзник затащил, да, и мы победили этого чонка, и на Франкине, конечно же, на этом Франке, на этом Тауэре, Франке я справился, конечно, очень круто, получилось вообще здорово. Так, ребят, ну давайте, конечно же, так, тут после каждого боя показывается еще твой рейтинг, это уже давняя фишка. Ну что, мы поиграли, значит, с вами в разгроме бункеров, поиграли в сражение с боссом, ну давайте теперь сыграем в поймай звезду на этом танчиле. Так, схваточка наша начинается уже прямо сейчас. Выбираем с вами, значит, атаку, урон и снаряды плюс 5%. Так, ну что, погнали. Наша задача, ребята, захватить как можно больше звезд и удержать их, ребятушки, чтобы противники не отобрали. Блин, у них Рекс. Это опасно, это капец как опасно, ребята, потому что он капец какой живучий и очень мощный, ребята, это жесть. Это реально жесть, я вам специально, я вам просто заявляю официально, блин, он меня мочит, даже когда я его мочу. Это просто капец, ребята. Рекс, это жесть. Против него сложно сражаться. Но скинчик топовый, ребятушки. Просто, кто еще не заходил в Hills of Steel 2, обязательно обновите игру, зайдите, и вам должны дать этот скин. Он вообще крутой. Ну и что, я использовал ульту? А, вот она только сейчас заработала. Капец. То есть, когда он тебя, значит, кусает, твоя ульта улетает в никуда, ребята. Это, конечно, очень печально. То есть, я вообще никуда не стрелял. Блин, жесть просто. Так, ну ладно, я пока что... О, собираем последние звезды, уходим, уходим, уходим. Все, ребята, у меня 11 звезд. У меня 11 звезд больше, чем у команды противника. Все, давайте, главное сейчас удержать еще 10 секунд. И им будет капец. Да, они проигрывают. Они проигрывают, у них просто 0 звезд. Капец, вот это я понимаю. Если честно, я думал, ребятушки, что против Рекса будет очень сложно победить. Но получилось, вы смотрите-ка, получилось. И все, победа, просто изи. Ну да, они испугались, видимо, Тауэра Франкена. Подумали, что это за новый непонятный танк. И, короче, просто свалили от меня, да. Они просто ничего не смогли сделать, и это получилось, конечно же, очень круто. Вау, офигеть, мне выпали, ребята, эпические бонусные предметы. Так, я возьму, конечно же, 50% проникающего урона. И погнали, погнали, ребят, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, захватываем флаги, и задача захватить вот этот второй флаг, тогда мы будем побеждать. Так, аккуратно, давай проникающий урон, я не знаю, будет ли он здесь работать. А ну-ка, блин, я промазываю. Капец, я просто почти всеми выстрелами, ребятки, промазал. Блин, это жестко. Так, аккуратно, на, получайте. Так, ну что, флаг мы захватили, это хорошо. А вот это блока, блин, там арахнит, а он, блин, тут может просто выполнять всякую дичь, просто может все подряд делать своими маленькими арахнитиками. Против него реально сложно воевать. Так, а ну-ка, стопы, на, получай, получай, блин, я опять промазал. Я опять промазал на своем, блин, Франкене, это капец просто. Так, ребята, все, меня завалили, блин, печально. Очень жестко. Так, ребят, ну ладно, двигаемся дальше, погнали, поехали. Так, ну мы уже на 44% захватили базу, правда, сейчас захватывают ее у нас. Так, а ну-ка, давай, вот так вот, сейчас я им просто покажу, кто здесь мастер.
А ну-ка, да, все, я их всех уничтожил, отлично. Отлично, за это я люблю Тауэра. Я обожаю просто за это, ребятки, Тауэра, тем более с таком крутом новом, ребятки, скине. Так, а ну-ка, кстати, да, я уже жду, когда здесь новый танчик какой-нибудь интересный добавят в этой части Hills of Steel. И это будет очень круто. Да, кстати, должны добавить что-то новенькое. Уже давно пора, если честно, в этой игре, по-моему, нового танка не добавляли достаточно. А, нет, подождите, добавляли. Как он там называется, я забыл, который дает ульту, который дает ульту твоим союзникам. Я забыл, как он называется, короче, его добавили. Ну ладно, теперь мы его ждем в первой части. Хотя я не знаю, нужен ли он там будет. Возможно, да, возможно, нет. Так, ребятки, и мы, конечно же, побеждаем. Да, да, мы удержали флаг, мы удержали второй флаг на нашей стороне, и мы победили соперников. Так, ну что, какой им смайлик отправить? Какой же смайлик им отправить? Так, ну я обожаю отправлять им вот что-нибудь такое. Все, отлично, замечательно. И мы выиграли. Итак, ребятушки, да ладно, я стал боссом Франкином Тауэром, офигеть. Так, ну я этого и хотел, ребятушки. Ну что, давайте попробуем. Сейчас они просто обалдеют, они скажут, что это за новые боссяры непонятные в каком-то непонятном скине. Так, ну ладно. Ну я, кстати, пока что не увидел таких же Тауэров, если честно, это очень странно. Я за все эти бои, ребятушки, ни разу не встретил Тауэра в этом скине. То есть я видел Тауэров, но не видел, чтобы они были в этом скине. Это очень странно, почему они его не взяли или не надели. Потому что это же игра у нас онлайновая, что они не обновили игру или что, я не понимаю, ребят, или им скин не понравился. Кстати, напиши, понравился ли тебе этот скин. Ну а я пока что побеждаю, моя задача продержаться ровно, ребятушки, минуту, и я это сейчас попытаюсь сделать. У меня есть, кстати, восстановление хп. О нет, да ладно, он пробрался, нет, иди нафиг. Иди нафиг, так, как мне в него попасть, нужец, нет, это нечестно. Да как мне в него попасть, камон. Ну же. Фух, да ладно, офигеть. Он бы еще чуть-чуть и меня бы победил. Ну все, ребята, вы нарвались. Все, я вас просто не подпущу на пушечный выстрел. Идите вы просто куда подальше. Так, на, все, братишка. Ты думал, у тебя есть шанс, у тебя их просто нет. Просто нет. Я им дал поблажку, а они, смотрите, что мне тут сделали. Попытались пробраться, уничтожить, да ладно. Какие вы мощные. Нет, у вас ничего не получится. Потому что у меня мощный танк, и я знаю, как играть, ребята, на Тауэре. Я вообще обожал, особенно в дуэлях. Особенно в дуэлях обожал на нем сражаться. Просто one love, и я побеждаю вас. Да. Да, ребятушки, и значит, этот Тауэр в скинчике новом Франкин победил. Да, смотрите-ка, подгорело. Да, подгорело у этого чела, который меня пытался убить, но у него ничего не получилось, я затащил, но, блин, я думал, ребятки, что он меня может просто уничтожить, и мне реально не повезло, так как он сумел просто залезть под меня, но, ребятушки, я выкарабкался. Итак, что хочу сказать, ну, в общем и целом, очень крутой скин, очень прикольная, ребятки, обнова, мне реально понравилось, то есть скинчик крутой, заходите, получайте, играйте, тем более бесплатно, так вообще супер. Ну а то, что теперь можно выбирать режимы игры, вот так вот выбирать из 7 штук аж сразу, это вообще самый топ. Я этого давно ждал. Если тебе понравился этот ролик, посмотри мои предыдущие ролики. Как, ребятушки, в игре Tank Combat War Battle вышло обновление и добавили новый легендарный танчик Патун. С вами был Артемен, всем до новых встреч, всем пока-пока.